Привет, дорогие друзья, и сейчас я покажу вам и после этого научу карточному классному фокусу. Для этого нам понадобится колода карт, тщательно перемешаем ее, никакого порядка нет, и зритель может вытащить абсолютно любую карточку. Например, он выбрал вот эту, валет пик, по желанию он может ее подписать, если хочет. Мы убираем ее в центр, сверху этой карты нет, и снизу, естественно, тоже. Делаем такой щелчок, и у нас в коробке лежит одна карта всего лишь. Давайте посмотрим, что это за карта. Это, естественно, валет пик. Давайте уберем ее вот так. Я покажу, что в коробочке больше ничего нет. Закроем ее и задвинем карту. Теперь открываем коробочку. У нас здесь одна карта. Карта зрителя. Вот такой вот простой трюк, очень классно подходит для уличной магии, нереально классный эффект, просто крутая телепортация карты зрителя, причем двойная телепортация в коробочку. Итак, давайте же научимся этому фокусу. Для этого фокуса нам нужна коробка и карта, и мы должны подготовить коробку. Не волнуйтесь, ничего резать не надо, просто положить туда одну любую карту. И важный момент. Вот лицевая часть коробки. На лицевой части карта должна быть тоже лицом. То есть, чтобы вот с задней части, где у нас рубашка нарисована, карта была рубашкой. Все. Если у вас будет не получаться одно движение, которое выглядит следующим образом, вот так, то можно срезать вот эти вот уголки. Вообще, они как бы помогут вам легко доставать карты из вашей коробочки. Итак, мы положили одну карту. И все, коробка готова. Теперь даем зрителю выбрать одну любую карту. Он ее запоминает, мы тоже можем ее видеть, он может расписаться. И в то время, пока он расписывается, либо запоминает ее, мы делаем брейк под одной нижней картой. Вот так мизинцем оттягиваем ее. После этого переворачиваем карту зрителя, переводим брейк на большой палец правой руки, подснимаем вот так все карты и накрываем одной. Говорим, что мы положили твою карту в середине. На самом деле мы просто накрыли ее одной картой. Либо, если вы не хотите менять руки, то просто вот так вот подснимаете одной картой. В общем, мы контролируем любым способом карту зрителя на вторую позицию. Подсняли. Все, она сейчас на второй позиции. Теперь мы показываем, что они сверху. Вот так берем верхнюю карту. Показываем, что она не верхняя. Переворачиваем вот так колоду и показываем, что она не нижняя. И вот эту верхнюю карту кладем на низ. То есть, таким образом мы оставляем выбранную карту зрителя сверху. Давайте я возьму одну синюю карту, чтобы вам было видно, что вообще происходит с картой зрителя. Он ее выбрал. И мы ее убираем куда-нибудь в центр. На самом деле она на второй позиции. После этого мы говорим, что она не сверху, не снизу. Все. То есть она у нас сконтролирована. Продолжим. То есть вот зритель выбрал карту, мы ее сконтролировали на вторую позицию, показали, что не сверху, не снизу, теперь она у нас на первой позиции. Теперь мы щелкаем пальцами и трясем коробкой, чтобы он услышал звук. Открываем вот так, именно с этой стороны, чтобы открыть рубашкой. Вытаскиваем карту. И говорим, смотри, в коробке ничего нет, коробка обычная. Пока он обращает внимание на коробку, есть два варианта. Либо положить карту и сделать двойной подъем, поднять сразу две карты. То есть, пока вы вытаскиваете, вы делаете брейк мизинцем. Вот так подкладываете, делаете двойной подъем. Либо, говорите, проверь коробку и делать вот такую подмену. То есть делайте топ-чейндж. Но это глупый вариант. Можно даже не отвлекать внимание зрителя на коробку. Просто вот вы вытащили карту и говоришь, смотри, давай посмотрим. Ага, твоя карта. Легко и просто. После этого, вот вы сделали ваш двойной подъем. Сделал тройной. Двойной подъем вы сделали. И вы кладете левую карту, но зритель этого не знает. Он думает, что вы кладете его восьмерку. Вот так в середину, но не до конца. Не задвигаете. Делайте брейк на верхней карте и говорите, смотри, в коробочке у меня ничего нет. Показывайте вот так коробку и подкладывайте ее к карте. Закрываете и забираете вместе с картой вот так. Вот таким образом.
показываете, что вы якобы задвигаете карту зрителя, на самом деле вы задвинули ненужную карту. Щелкаете, открываете коробку, вот, все, что вам нужно, это открыть ее, засунуть сюда большой палец, а здесь сюда два вот этих пальца. И сделать вот такое вот движение. Вот. И, естественно, отпустить коробочек. То есть, в скорости это выглядит, как будто вы достали из коробка. То есть, вот. Открываем и достаем. Даем на проверку. Вот такое вот простое движение и вот такой вот классный эффект. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. Скоро будут новые фокусы, новое обучение. И всем удачи, всем пока.